Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-. Прогноз стабильный. Этот показатель подтверждает, страна способна исполнять свои финансовые обязательства и имеет высокую платежеспособность заемщика. Наличие кредитного рейтинга инвестиционного уровня позволит привлечь средства в страну на более выгодных условиях. Чем он выше, тем ниже процентная ставка. Наряду с этим оценка независимого рейтингового агентства – это инструмент информирования рынка о способности выполнить страной долговые обязательства и привлечь инвесторов. По мнению аналитиков S&P, инфляционное давление в Казахстане сохраняется. По их прогнозам, в 2024 оно составит в среднем 8% со снижением до целевого уровня Нацбанка к 5% к 2026 году.